У меня канал про программы и программное обеспечение, решение проблем с ПК. И есть ссылки на сайты официальные для скачивания, и мой ролик забанили как спам, такое может быть, да? Банят не люди, а банят алгоритмы. И вот мы все время говорим вам, да, друзья мои, не пытайтесь обмануть YouTube алгоритмы, потому что там черным по белому написано, что ролики или каналы, которые созданы с целью перенаправления на другие ресурсы, могут быть заблокированы, а канал удален. Ну да, вот разъегубитель подсказывает, что много ссылок вне YouTube, описание YouTube считают за спам, могут заблокировать из-за ссылок на пиратское ПО. Ну, даже слово «скачать бесплатно» включает алгоритм, механизм, который вам не понравится, вот честно скажу.